В Сербии прошел матч всех звезд. Баскетболисты из России провели показательную встречу со спортсменами балканских стран. В составе сборной России был и наш земляк, капитан баскетбольного клуба «Киров» Максим Чистополов. С ним встретилась Марина Крашенинникова. Максим Чистополов только что вернулся с матча всех звезд, что проходил в Белграде. Это показательная встреча сборной России против сборной балканских стран. В этом году наряду с москвичами и другими сильнейшими игроками страны честь нашего флага защищал и кировчанин. Были свободны, действительно классные игроки. А подчеркнуть для себя, наверное, в таких матчах, которые направлены на зрелищность и для болельщиков, в них особо для себя какого-то опыта не поймешь. Вот тут каждый хочет в какой-то мере показать себя, ну, чтобы понравилось зрителям. Но расслабляться некогда. Сразу по приезду Максим отправился на тренировку с родной командой. Ведь уже через несколько дней баскетбольный клуб «Киров» проведет на домашней площадке сразу два матча. В рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола ребята сразятся с игроками из Чебоксар и Йошкар-Олы. Мысли о поражении спортсмены даже не допускают. Взрослые достаточно люди прекрасно понимают, что каждая игра имеет большое значение. То есть чем выше занимаешь места, что в чемпионате СБ, что в международной студенческой лиге, тем потом как бы легче будет выйти в финал. Поэтому понятно, что ответственно все подходят и настроены только на победу. Игры уже традиционно пройдут в спортзале на Орловской, 12. В субботу в 18:00, а в воскресенье в 12 часов дня. Марина Крашенинникова, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давеча».